Внимание! Сейчас я вам покажу упражнение, которое я назвал «Глубокая волна». Это упражнение показывает полное дыхание йогов во всей его красе. Я встал в полоборота на 45 градусов, чтобы было видно, как работают мышцы живота и как в соответствии с ударами сердца, которые можно определить по стуку метронома, включенного на частоту 60 ударов в минуту, как по этим ударам сердца нужно дышать. Обратите внимание. Дыхание О, Е, А, О, Хо. На 8 ударов сердца вдох. На 8 ударов сердца выдох. Следующее упражнение называется спираль. На Востоке давно известно, что чтобы вылечить какой-то орган, нужно обратить на него внимание. И все внимание при дыхании направлять в него. Между глазным яблоком и мозгом есть глазной нерв, который по прямой проходит от глазного яблока, ну, по направлению примерно к затылку. Так вот, если представлять себе спираль вокруг этого нерва, 4 оборота спирали я делаю за один вдох, 4 оборота мысленно в одном направлении против часовой стрелки при вдохе, и 4 оборота при выдохе по часовой стрелке. При этом я лежу, глаза закрытые, и нужно делать таких движений, но я считаю, как минимум 8 вдохов, 8 выдохов. То есть все получается 16 спиралей. Я ложиться не буду, чтобы вам было видно, как я управляю своими ногами. Ноги здесь нужны только для того, чтобы глаза повторяли мысленно движение ног, и таким образом они тоже вращаются в этом направлении. А где есть процесс, где есть вращение, туда и попадает энергия. То есть в данном случае у меня энергия будет попадать к ногам, которые работают, и глазам, которые вращаются. Вот такой механизм, оказывается, есть выздоровление. Вдох. Выдох. Вдох.
Показал только часть упражнения. По аналогии нужно сделать 8 вдохов и 8 выдохов. Если вы после этого упражнения подойдете к таблице, то вы приятно удивитесь. Зрение улучшится. Желаю вам успехов. Сейчас я вам покажу упражнение колебания копчиком с полным дыханием йогов АОУМ. Это медитация, которая позволяет организму набрать столько энергии, сколько человек захочет. Обратите внимание на движение копчиком. Когда я произношу ум, то есть в конце вдоха и в конце выдоха, копчик идет вперед. Так дальше.